Прям уборка не мое, честно говоря. Во, мне кажется, джинсовка сюда больше подходит, да? Короче, сегодня день у нас не задался. Сейчас начнется хейт хейтеров. Кстати, я планирую сделать рубрику «Готовим с Селена Свейс». Всем привет, мои хорошие, проснулись. Вот, кстати, мой хаос на голове. Так, что хотела сказать. Сегодня, думаю, пройти, сделать коротенький вложик, вам сделать шопинг-влог, да, посмотреть, пройтись по магазинчикам, посмотреть, что сейчас продается, что интересненькое есть в каких магазинах, ну, на мой вкус, на мой взгляд. Вот, если есть какие-то где-то распродажи, я не пойму, есть они или нет, или сейчас нету, вот. Ну, в общем, сегодня беру вас с собой и сегодня-завтра будьте со мной. Ой, девочки, сегодня у меня одна маленькая победа. Вы помните вот эту кофточку? Почему я не ношу этот костюмчик? Потому что у меня здесь отлетела петелька, ну, а нужно было ее зашить. И я просто, я не знаю, сколько он лежит, год уже у меня, наверное, я не могу зашить эту петельку. И сегодня я ее зашила. Так что снова во влогах вы меня будете видеть в моем любимом, то прибежала, что сразу, костюмчике домашнем. Вот, еще здесь у меня чуть-чуть тоже там... чуть-чуть что-то отпоролось по шву, прям я подзашила тоже. Смотрите, хочу сегодня, если получится, заехать в магазин и поменять вот эти штуки. Мне очень реально нравится этот костюм, который я заказывала там на втором канале, видели обзор, но мне не нравятся вот эти штучки. Я хочу зайти в Леонардо, может быть, в торговом центре есть, и посмотреть что-нибудь более приличное. И у меня получается на штанах и на двух шортах такие штуки. Ты посмотри, какая она жопа. Она же везде должна быть. Она везде, вот эта вот девка должна быть. Ну-ка. Ну-ка, успокоилась, усмирилась. Ну-ка, не кусать, мать. Не кусать, сказала. Это что такое? Это что такое? Это кто маму кусает? А? Кто это так себя ведет непослушно? Мамочку только целовать, умывать можно. И любить. Поняла? Поняла? Смотри мне. В общем, вот так. Ну что, мои хорошие, мой сегодняшний лук. Кто-то говорит, помешалась на луках. Да, девочки, я не помешалась. Я просто ждала, пока у меня будет вот здесь зеркало, чтобы я каждый раз показывала и для себя снимала, и вам показывала, в чем я выхожу на улицу. Вот этот комбинезончик уже очень давно у меня. И все его я никак не могла одеть. Вот и теперь надеть, одеть. И вот теперь, наконец-таки, я его надела. Вот такой вот он, вот такой. Белые кросики, даже кофе под цвет. О, он цвет моего кофе, посмотрите. Офигеть. Все, мы выходим уже. Дэнни, одевай второй сандаль. Не пойму, подходит сюда по цвету, это джинсовка. Я вспомнила, что вчера было холодно. И вот, вроде нормально, да, подходит? Если будет холодно, я ее одену. Так-то я без нее буду, сейчас жарко на улице. Вроде неплохо, не пойму, да, или чуть-чуть они как-то перекликаются непонятно по цвету. Вот рюкзак, по-моему, подходит, да? А вот сюда, вы не пойму, у меня вот с этими цветами проблема вообще. Во, мне кажется, джинсовка сюда больше подходит, да? Она тоже какая-то желтых отливов. Вот, да, джинсовка более идеально, да, чуть-чуть в другое место надо ее. Ой, и, кстати, с прической со своей новой, мне многие писали разные там отзывы, идет, не идет. Я заметила, короче, смотря какая укладка, во-первых, с этой прической. Во-вторых, я сама еще не до конца понимаю, я привыкла к длинным волосам, и мне вот в этой прическе не хватает длины. Ну, то есть у меня совсем чуть-чуть здесь осталось волос, да, и мне хочется подлиннее. Раньше я вспомнила, как я говорила, чтобы мне делали. Я просила разделить волосы просто на две части. Взять вот эту верхнюю часть. Ее убрать, низ не трогать, оставить, то есть объем весь, в который вот снизу волосы, да, вот эти, они должны оставаться такой же длины. А верхнюю часть мне, пожалуйста, подстригите вот этой лесенкой, и чтобы она плавно вливалась в мою длину, а длину не трогая.
Поэтому у меня была такая шапочка всегда сверху, на вот фотографии, где я вам показывала, да, была такая шапочка сверху, и она как бы плавно вливалась в основную длину волос, но все равно казалось, что как будто эффект нарощенных ресниц, волос. Вот, но все равно как бы, блин, да что в глаз попало? Ого, ресница в глаз огромная. Давай вываливайся. О, вышло. Короче, такие дела. Все, джинсовку себе и джинсовку Дэнкедом. Поэтому пока я привыкаю, не могу понять. Иногда делаю, когда большой объем, правда, да, на волосах, я начинаю себе напоминать, как я у Басты в клипе, не в клипе, а в Олимпийском, когда у него было выступление, мне делали объемную прическу тех старых времен, знаете, и платье, кстати, одели мне примерно такое же, как вот, да, в цветочек, такое по колено, с длинным рукавом, только оно там светло-зеленое было. Я если фотку найду, я вам вставлю здесь, покажу ее. И у меня была как раз, по-моему, такая же прическа, мне ее сделали очень объемной, и я прям себе напоминаю, да, вот это вот, тетю, девочку из тех времен. Поэтому, наверное, с объемом здесь лучше не перебарщивать. Он должен быть такой небольшой, да. Все равно что-то мне не хватает. Я не пойму, что-то не хватает. Наверное, если бы была длина вот такая, было бы намного круче. Так что я буду отпускать и потом буду просить, чтобы мне вот как-то вот равняли, делали, да. А может, я вообще как-нибудь возьму и херану волосы вот так вот прям. Вот так прям. Короче, я не знаю, что будет дальше, пока я присматриваюсь реально к своей прическе, привыкаю к ней, но в любом случае наслаждаюсь. Короче, сегодня день у нас не задался по покупкам, потому что я выполняла кое-чью просьбу сегодня и как-то потратила на это весь день. Ну, полдня я дома тусовалась, а потом вышла и все, я вот все время делала... выполняла просьбу. Ну, в этой просьбе я заинтересована сама непосредственно, поэтому я ее делала беспрекословно. Но дело в том, что я ничего не успела. Сейчас зашли в Fix Price, пересняла видео на свой второй канал новинки с магазина Fix Price и купила мороженое, Денька конфетку. Здесь у нас еще реки какие-то, я не знаю, что-то течет. И здесь прям река, и просто пипец, я замочила себе ноги полностью. То есть через дорогу нельзя было перейти, потому что очень много воды. И широкая такая, то есть даже перепрыгнуть ее нельзя было. И пришлось наступить. Я туда прошла вроде нормально, а обратно, ну просто вся нога залипла. И теперь даже не в магазин никуда сходить. И Дэнни в туалет хочет. Так что мы сейчас мчим домой, и все. Домой, и все. Завтра все. Я надеюсь, завтра я схожу по шопру, погуляю, что-нибудь поделаю. Если на автозагар не пойду, я хотела подзагореть. Вот, смотрите, какая я пришла. Мокрая, просто вот посюда я залита была. Носок мокрый весь. Не знаю, на батарею надо обувь, наверное, поставить. Хотя батарея сейчас же жара. На подоконник, наверное. Мокрый кроссовок. Обалдеть, блин, какая-то херня там лилась. Добрый вечер, мои хорошие. Сейчас начнется хейт хейтеров. Я сейчас села и к... видео, где я распаковываю джун, показываю штучки, которые я приобрела. Я сейчас читаю комментарии под этим видео. Первое, хочу сказать, что мою кошечку прекрасную никто не собирается мучить. Я эти когти силиконовые штучки заказала очень давно. Но откуда я знаю? Я никогда не сталкивалась с этим, да? И когда я спрашиваю, что можно сделать, мне советуют разное. Соответственно, вот когда мне посоветовали, я сразу же заказала, потому что это стоит недорого. Конечно же, сейчас, читая ваши комментарии, да и вообще, в принципе, я всегда отталкиваюсь от своего ребенка, от своей кошечки. Если она будет противиться, нервничать, никто ее насиловать не будет. Если она будет спокойно сидеть, наклеили, да, посмотрела, естественно, я буду смотреть, насколько это удобно, насколько это неудобно. Но после ваших уже многочисленных комментариев и... Знаете, можно писать на самом деле не так, что живодерка, зачем мучить, да вообще не заводи и так далее. Боже мой, набросились просто на ровном месте, реально. Я еще ничего не сделала, я вообще первый раз услышала, просто заказала, что и как будет. Ну вы вообще в своем уме такие вещи писать. Такие аргументированные все, просто аргументированные. Девочки, мне всегда есть что ответить. Я держу ответственность за каждое свое слово и действие. Все, что я говорю в видео, это действительно так. Сейчас я по порядочку постараюсь ответить на ваши комментарии. Но я отвечу, потому что, может быть, нормальные люди почитали, подумали, да, ну, как бы,
подумали в свое, да, но не лайкали. Не лайкали, не подсирали, как это говорится, да, вот это больше всего. Да-да, в точку, да-да, вот правильно вы говорите. Смешно прям. Да, эмоции. Иногда эмоции покажу, конечно, а что? Я не такая прям вся все время улыбаюсь, такая та-та-та-та. Было бы классно общаться вот так, понимаете, вот встретиться, и чтобы мне это делать. Да ты же живодерка, ты там вот свою кошку. В смысле? Кто мучил кошку? Кто вообще, что вообще, вы о чем? Ладно, хрен с ним. Царапки эти. Есть люди, которые нормальные комментарии пишут и говорят, что я там, может быть, пробовала, да, там, а вот говорят, ну, там, вот так вот, а она может съесть, а это вот вредно, да, а это вот опасно. Я прислушиваюсь, я же вообще, как бы, это, слышу, читаю, ну, как бы, ну, ладно, это, наверное, просто люди, знаете, как воспринимают меня недалеким человеком, как раз-таки недалекие люди, потому что они могут подумать о том, что есть человек просто, который соображает, да, а им невдомёк, они не знают, что такие есть, потому что они не такие даже, как минимум, да, поэтому не могут сообразить и сразу нападают вообще ни за что на ровном месте. Так вот. Котейку я, естественно, свою мучить не буду. Я уже почитала все ваши комментарии еще давно, когда я эти царапки только заказывала. Они давно, их давно уже заказывала, они только пришли. Вот. Естественно, после комментариев нормальных, адекватных людей, я эти комментарии не блокировала и не удаляла, они также, которые адекватно написали мне, да, без претензий. Я, естественно, прислушиваюсь и понимаю, что, конечно, может быть, лучше подстричь. А знаете, когда стригешь, что, а ваши козики все, когда кто-то мне там написал за естественность, не воспринимаете вот вы кота таким, какой он есть, да не заводите вы его, да? А вы все воспринимаете такое, как есть? Мы не все вообще, весь мир воспринимаем не так, как он есть. Мы не можем. Мы не можем пукнуть, когда нам надо, отрыгнуть в гостях. Мы все ведем себя, блин, неестественно. Мы, если естественно, то это... в какой-то мере, в процентном соотношении, что значит естественность кота, да, ну, тогда получается и стричь ногти не надо, у меня, например, Милка не любит, когда я стригу ногти, она сидит, а нет, потом вырывается, и что это назвать, я ее мучаю, тогда нельзя стричь, понимаете, а когда вы ругаете, туда нельзя, а хочет она, а она вот такая вот кошка сама по себе, нельзя ругать, нельзя повышать голос вообще, вы травмируете психику кошки. Как бы очень странные моменты. Короче, обрезаю ногти. Я обрезаю мелкие ногти. Меня это, в принципе, устраивает. Просто если есть и придумали какие-то безопасные способы обезвредить ногти кошечки, да, то почему бы их не попробовать? Я узнала от адекватных людей в комментариях уже давно о том, что лучше их не пробовать. Да, я их купила. Кто-то мне говорил, что прекрасно ими спасается, да, и ничего, там кошечки нормально себя чувствуют. А кто-то говорит, что там все поотлетало на следующий день, ну, хрень там полная, да. Ну, как бы, я бы попробовала бы, но поверьте, я бы не мучила тем самым своего ребенка, свою кошечку. Если я бы увидела, что у нее дискомфорт, я бы сразу же все это сняла естественно. Но я уже поняла, что я даже не буду пробовать, уже мне уже неинтересно даже. Другой момент с туалетом. Ну, я видела, как многие животные ходили в туалет самостоятельно, прекрасно. Почему бы не попробовать приучить кота к туалету? Одна там женщина высказалась просто, ну, и подсирала, что там вот прибежали там просто. И мы того же мнения. Вот. Тоже заблокировала эту мадам, потому что в конце, то есть она вроде аргументы, а потом в конце оскорбления какие-то, да? То есть мерзко, отвратно, живодерка чуть ли, ну вот с такими намеками всеми. Ну это бред вообще полный. Я уже думала оставить ее комментарий, но вот этот неадекват я просто не могу терпеть. Да, я прислушалась к каким-то моментам, что правда там, да, может быть чистящее средство, унитаз потом чистить, и она может не ходить там, да. Ну хотя если у кота есть привычка, то, наверное, он уже будет... Иди, солнышко. Ну, наверное, у кота, если есть привычка, то он будет уже ходить, неважно, там, как почистили, он там уже не по запаху ходит, а просто знает, куда ходить, да. Но многие коты ходят и прекрасно себя чувствуют. Ладно, я только попробовала эту хрень один раз постелить и поняла, что это не для нас. Ну, то есть тоже мучить животное никто не собирается. Я поняла, что это не для нас, как минимум, некомфортно всем нам, втроем ходить на один унитаз. Нам даже вдвоем вот с мамой там или вот с Дэней порой, я понимаю, что хорошо, чтобы было бы два санузла.
Мне не, ну, не хватает нам. Мы все одновременно почему-то хотим туда пойти. И я понимаю, что если вдруг захотела кошка пойти, то мы все, короче, будем ждать, пока она сходит. И лучше, чтобы вообще у каждого свой туалет был. Я сама прихожу к этим всем выводам, девочки. Не нужно меня долбить в комментариях и к чему-то меня притянуть. То есть... Я не знаю, здесь без комментариев. Я как бы либо прихожу к чему-то сама, да, и прислушиваюсь к каким-то моментам, либо, что бы мне ни писали, я стою на своем. У меня есть свое мнение, да, и я очень принципиальный человек. Я доверяю себе, тому, какой я человек, как я рассуждаю, как бы я адекватная, вот. Ну, кто не знает, да. Хотя я думаю, что кто этого не знает, то, что я сейчас говорю, вам вообще по барабану. Ладно, следующий комментарий. А, следующий комментарий был уже не по поводу кошки, а по поводу того, что реклама Джун там и все такое. И вот она пошла, проверила, потратила свое время, это обман, а я там доверяете, не доверяете. Слушайте, я заказала продукцию на Джун. Частенько я заказываю на Джун и заказываю на Алиэкспресс. Да, цены бывают разнятся, а что-то бывает дешевле на Джум, а что-то на Алиэкспресс, а что-то есть на Джум, а нет на Алиэкспресс, а что-то есть на Алиэкспресс, а нет на Джум. Ну, как бы два сервиса китайских, есть еще китайские сервисы, можно еще посмотреть и сравнить. Что значит, я вообще не понимаю, что типа обман, что на Джум все дороже, а на Алиэкспресс то же самое, все дешевле. Да молодцы. А фикс-прайс я рекламирую. И вот что-то там бывает дороже, представляете? Вроде фикс-прайс, все дешево, а на самом деле в пятерочке мы идем и дороже. И что? Да где-то дороже, где-то дешевле. Я что, должна все цены сравнивать? Я показываю, что я заказала и где я заказала. И скидываю на это ссылки. А там уже дальше ваш выбор и ваша голова. Что вы, где вы покупаете и за сколько, и насколько это важно. Я не вижу здесь вообще никакого противоречия. Абсолютно. То есть я могу купить, да, мне, например, не хочется ходить там по магазинам долго, да, и искать самую дешевую вещь какую-то. Я беру вот возле дома что-то и покупаю, оно может быть втридорога. Я показываю вам и говорю, вот что я купила, вот за сколько и вот где. Зачем же мне показывать вам, вот что я купила за столько-то, но вы можете купить это дешевле там-то. Ну, в смысле, если я не знаю, где это дешевле, да, если я знаю, где дешевле купить, я скажу вам, да, если я проштудировала и сказала, блин, я вот такая лоханула здесь, как и с сандалиями было такое, я купила сандали, потом посмотрела на сайте, там можно было их приобрести на 500 рублей или на 1000 дешевле, я вам об этом в видео и сказала. Но извините, если я заказываю все на сайте Джум, зачем мне идти сейчас и штудировать, что там на Алиэкспресс, по каким ценам? Для того, чтобы вам говорить, что на Алиэкспресс дешевле, идите туда, смотрите. Но я этого не делала, я этого не знаю, поэтому я этого не говорю. Я говорю, вот как есть, как что есть, а вы сами решайте. Очень странно. Иногда некоторые комментарии меня просто убивают тем, что, знаете, я как мамка должна вот за всеми следить, иначе я там вот я сейчас что-то говорю, а человек может подумать тысячи вариантов вообще того, что я говорю, и я что, держу ответственность за то, что он делает? Нет, я не держу ответственности. У каждого человека своя голова на плечах, должен думать, что и как. Я не говорю, идите и берите, я просто говорю, что можно взять и за сколько вот здесь, и все. Мне кажется, здесь нет никаких противоречий. Читаем дальше. Так, еще одна мадам пишет. Ну ладно, не буду ее блокировать. Пишет, что типа кошечку мне надо приучить к когтеточке, да, а кто-то ей вот тут вот отвечает, что у меня есть большой домик, что надо купить. Эта девочка пишет, надо купить, приучить, а ей отвечают, что у нее есть, только времени нет приучать, да? Девочки, вот кто не в курсе, у меня кошка приучена к когтеточке. Она ходит и точит ногти на когтеточке. Просто помимо того, что она ходит, когти точит на когтеточке, больше она нигде их не точит. Ну, нигде, где я там не разрешаю, например, да. Вот об диван я вижу, что следов не оставляют, я ей разрешаю там, хотя она там очень редко точит. Об кровати все такое, она нигде не точит у меня ногти. Но помимо этого еще есть другие моменты. Она просто может запрыгивать куда-то, вот, например, на кресло на это, она просто запрыгивает. И пока она запрыгивает, она может там покачнуться, еще что-то. Естественно, она хватается и держится своими когтями. Еще она любит играть с ребенком и очень часто его царапает.
причем сильно, меня тоже, и гостей моих, которые приходят, она бывает начинает играться, и нет-нет схватится, и очень сильно, и вот у меня вот здесь недавно, она буквально не сильно даже прыгнула, и просто зацепила конкретно, очень глубоко поцарапала. А с Денькой они вообще бывает часто играются, и прям конкретно ему попадает, он у меня весь там на царапинках такой весь. Поэтому из таких побуждений, естественно, я переживаю и только поэтому подумала о силиконовых накладках. Подумала, только подумала. Вот читаю комментарии, как девушка пишет: «Мне эти силиконовые ногти нравятся. Главное выбрать размер. Если большие, надо отрезать у основания, чтобы не касались подушечки». Короче, все рассказывает, и что все супер, и животному не вредит. Я удивляюсь, что просто под ее комментарием ее не назвали, что она живодерка, и еще кто-то использует такие силиконовые накладки. Ой. Вот, кстати, Милка вот так вот может поточить немного ногти. Но абсолютно никаких следов не остается. Если ей как следует надо ногти поточить, она идет на свою когтеточку и фигачит там. Так, ну все, вроде бы все, на все комментарии ответила. Я почему сейчас отвечаю, я извиняюсь за свои эмоции перед моими адекватными подписчиками, коих большинство, я вас люблю. Просто, ну, поймите меня, иногда выбешивают, до сих пор иногда выбешивают какие-то комменты, которые, знаете, ладно, там 1-2 каких-то, да, но когда на тебя просто нападают: «Живодерка, зачем мучить, зачем заводить, нет времени, не можешь, да-да», и все, понимаешь? За что, господи, я что-то сделала, я вообще что-то сняла и показала, как я ее мучила. Я просто вот сняла, мне стало интересно, я заказала, смотрите, что заказала. И я как раз-таки это снимаю с тем, чтобы мне написали свой отзыв, свои комментарии. Ну не в таком, что я живодерка последняя, понимаете? А в общем, это видео вызвало шквал обсуждения, надо почаще, наверное, снимать. Вот, и в следующий раз при возможности я... При возможности, да, то есть буду делать отдельные обзоры, я могу оставлять ссылки и на Джум, и на Алиэкспресс, вы уже будете сами выбирать, где заказывать. Но опять же, никогда у меня 200-500 товаров, да, я думаю, что это вы уже догадаетесь, и, может быть, сделаете сами, поищите, где дешевле, да, но если там пару товаров, то я могу такие же найти на Алике и оставить ссылки также на Алике. Ладно, пойду укладывать малыша. Фух, девчурички мои. Короче, день сегодня... Сейчас 6 вечера, чтобы вы понимали. Я проснулась и давай снимать. Короче, одно видео сняла, второе сняла. На третье, мне кажется, у меня уже сил не хватит. На сегодня все. Уже вечер, блин, пора отдохнуть. И что вот, пока я снимаю видосы, что в моей голове, что происходит? Во-первых, по поводу моей прически. Я уже это в видео там на втором канале сказала, там, не знаю, это сейчас, что вперед выйдет, вот этот блог или то видео, где я говорю о своей прическе, не суть, я на оба канала это скажу, если кто-то не подписан на мой второй канал. Я немного сомневаюсь по поводу своей прически. У меня такое ощущение, что она мне придала возраст. Я просто смотрю на фотографиях, еще где-то. И мне кажется, что как раз-таки вот... Сейчас я к зеркалу прям пойду, чтобы смотреть вам и говорить. Как раз-таки вот эти хвостики нижние, да, то есть, ну, может, сверху все хорошо, все нормально там уложить, но вот эти нижние хвостики, которые торчат из-под объема, они именно придают какой-то такой старинный вот напев, не знаю. Я вроде смотрю, мне нравится, да, а где-то вот что-то не то, короче, я хожу, присматриваюсь, вот обрезать всегда успею, да, в принципе, я думаю над тем, чтобы просто сделать все каре. Вот так вот просто обрезать. И мне кажется, у меня сразу там минус возраст конкретно будет. Тем более вы мне все писали, там, Селена, сделай каре, тебе очень идет. Я знаю, что она мне идет, просто как-то длинные волосы хотела. А сейчас с этой прической понимаешь, что вот эти вот из-под низу хвостики мышиные, которых вообще, ну, мало, да, мне вот что-то не нравится, что со мной, что, как я выгляжу, да, я себя чуть-чуть по-другому ощущаю. Если бы вот нарастить волосы, к примеру, да, вот так под низ, и опустить их длиннее, то другой же вид получится, вот. А так, ну, не знаю, короче, я пока присматриваюсь, но у меня такое ощущение, что очень скоро я подстригусь вот так под каре. Вот просто вот этот хвост просто мы уберем, и вот это будут контрольки,
И мы вот так подстрижемся. И буду я скорее, как вы и просили. Ой, когда были на развивашках, нам преподавательница сказала, что вот лабиринты на логику хорошо проходить. Я накачала 4 варианта лабиринтов всяких разных приложений Дыньки. Ему так понравилось, он просто целыми днями сидит и проходит эти лабиринты, все усложняя себе задачу. Сначала со мной, там что-то у него не получается, ковыряется, мам, помоги. Я ему помогаю, он радуется вообще просто, когда проходит лабиринт, доходит до цели, он прям радуется безумно. Потом я смотрю, он уже сам ковыряется, сам проходит, сам там счастье, радости и так далее. Короче, лабиринты успешно у нас получаются, я рада. Надо у нее еще спросить, какие еще прикольное задание надо поделать, и в этом смысле приложение очень помогает. А уже непосредственно на бумаге, на листе, это будут они делать на развивашках. А дома Денька, как бы, принцип весь лабиринтов понимает, и логика работает в этот момент. Я потихонечку разбираюсь в квартире, убираю. Честно говоря, очень быстро устаю, когда убираю, ну вообще. Прям уборка не мое, честно говоря. Закачала приложение себе вчера вечером. Опять я что-то не могу разобраться со своими финансами. Трачу все подряд, как бы много всяких расходов и много всяких планов, да, там. И, в общем, решила опять следить за своим бюджетом. Скачала приложение, где буду записывать доходы, расходы, там, все дела. И чтобы, ну, когда ты это просто ведешь, немного под контролем твой бюджет, твои деньги, они уже не так утекают. Потому что ты знаешь, что ты это запишешь, и насколько вот оно важно, наглядно смотришь, куда уходят деньги. Вот. Потому что иногда потом просто не вспомнишь, куда ты потратила, а, ну, как бы, хорошие суммы из бюджета нет. Вот. Сейчас мы ходим на развивашки, и в планах у меня очень много всего, и я понимаю, что я сейчас буду тратить больше, чем если бы он ходил в садик за 17 тысяч. А в садике там у них все, они и развиваются, и взаимодействуют, и кушают, и спят, что самое главное, да, и гуляют. Ну, короче, ну, в любом случае, на развивашке я планирую пару месяцев походить. Этот месяц точно мы доходим, да, и думаю, следующий еще. И я вообще, у меня мысль пришла, что, может быть, не отдавать его на, ну, пятидневка, да, с утра до вечера, потому что я помню, что я, ну, как-то слишком много времени без ребенка проводить. Сейчас я уже так привыкла с ним быть, и мне хочется все-таки больше времени с ним проводить, потому что я работаю в будни, да, вот, ну, как бы я не даю себе там отдыхать, пойти куда-то потусить. Я работаю, я снимаю, бегаю, что-то делаю, постоянно моя голова загружена. А выходные дни, они для меня все-таки для отдыха, как для любого человека, я решила сделать так. Выходные дни, суббота, воскресенье. Пусть они будут какими-то отдыхающими, пойти куда-то встретиться у многих моих друзей тоже, как бы, а выходные. Вот. И получается, что Денька в садике, вот раньше как было, да, Денька в садике с утра до вечера, я его вечером только видела там пару часов, и утром полчаса, когда там отводила его в садик. А в выходные приезжала мама и была с ним, а я себе устраивала выходной, как бы, да, чтобы с друзьями встретиться и как-то погулять. И получалось, что-то мне не очень нравилось, как вот с ребенком редко мы видимся. Короче, у меня возникла идея, может быть, просто взять 3 дня, например, 3 дня в неделю, отправлять его в садик, тот же частный, да, вот. Но для начала мы сейчас должны определиться с садиком, который у нас должен здесь открыться. Мы посмотрим, как, что там, чтобы у нас не было проблем с зачислением, с очередями, с много разных других причин, по которым могут возникать проблемы, да, в наше время, в нашей стране. В общем, посмотрю. Если будут какие-то проблемы, то я без проблем отдам его в частный садик. Там можно, кстати, и на полдня в садик отдавать, до 3 часов, да, там утром до 3 часов. Но мне почему-то хотелось бы больше, наверное, утром быть с Денькой, да, а вот во второй половине, может быть, его отдавать. Либо полных там 3 дня в неделю, вот так вот, да. В общем, посмотрим, видно будет, если они согласятся 3 дня в неделю, то я с удовольствием бы вот 3 дня, как бы на эти 3 дня я бы снимала, все делала, в остальные дни я бы с Денькой развлекалась, а в выходные бабушка бы с ним проводила время, ну, половину дня я, половину бабушка вечером. Так что посмотрим, время покажет, пока что мы ходим на развивашки, все нормально, все гармонично, и денег уходит больше, чем 17 тысяч. Так получается. Ну, потому что мы, получается, 4 раза в неделю
4 раза в неделю мы ходим на развивашки, 2 раза в неделю это самооборона, 2 раза в неделю развивашки. По субботам у них все время какие-то мероприятия идут, они там около 1000 рублей стоят, 800 рублей, 950, вот в этот раз пойдем 950, там сказка интерактивная. Вот. Плюс бассейн надо еще возобновить, это тоже 5000 в месяц. И что? А, и еще дополнительные сейчас индивидуальные занятия там будем брать. Ну, короче, выходит нормально. Я сейчас немного устала. Лежу. Напишите, кстати, что вы думаете по поводу прически. Обрезать волосы, не обрезать. Мне кажется, надо голосование провести в Инстаграме. Да, вот к тому времени, как я выпущу этот влог, главное не забыть, я в Инстаграме сделаю голосование. Кто еще не подписан на меня в Инстаграме, заходите в сторис. В сторис я сделаю голосование за и против. Мне интересно, какой процент будет. И сделаю пост. Что вообще напишут люди. И вы тоже присоединяйтесь, пишите. И вообще подписывайтесь на мой инстаграм. Ссылку оставлю здесь. И ссылка под видео есть. А, я еще не сказала, какие планы на сегодня. Лежать. Я шучу. Ой, какие планы? Мне все хочется с Дэнни, блин, погулять по торговому центру, и мне хочется с ним пойти в кино. Ну вот, уже я сегодня снимала, и я устала. И я чувствую, что никакого кино я уже не хочу. Максимум я пойду сейчас с ним во дворе погуляю, и все. Жалко. Таня на море, блин, уехала, но она уже должна вернуться. На 3 дня на море уехала. Смотрю сторис, вроде отдыхает там весело, классно. Влог должна снять. Она ж блогером уже, можно сказать, становится на путь блогерства. Вот, посмотрим. Ладно, все, я, короче, выключаюсь, мне кажется. Я бы поспала сейчас. А Денька там с собой играет. Короче, я поставила эту штуку на унитаз. Насыпала сюда вот это вот всего. Ну, короче, она туда не залазила, я ее ставила, ей не нравилось все это дело. Это один момент. Второй момент, что каждый раз, когда захочется в туалет, короче, она реально, ну, как бы надо все это дело убирать. Вот, то есть я хочу в туалет, ребенок хочет в туалет. Эта штука, пока приучишь, она все время стоит на унитазе. Это один момент, мне не понравилось. Просто даже целый день постоянно ее убирать и обратно ставить. Убирать и ставить. Это раз момент. А второй момент, нам вдвоем, блин, с Денькой мало одного. Мы одновременно, бывает, в туалет хотим, да, то мы ждем друг друга, терпим. Мама, если приезжает, ну, вообще, у нас очередь в туалет. А еще, если кошка будет на туалет ходить, я подумала, что это вообще... И, короче, ну, как бы, что-то я подумала, вообще хорошо, чтобы было 2 санузла, и чтобы у каждого был свой туалет. И думаю, что я херней занимаюсь, вот эту кошку приучаю. Тем более, я почитала некоторые комментарии ваши, и это какой-то удовлетворительный процесс, когда кошка копает, да, и закапывает. Я подумала, надо оставлять ее вот эти вот инстинкты, все дела. Также она может случайно провалиться туда. Ну, короче, классно, когда кошки ходят на туалет. Но, в общем, я решила эту штуку выкинуть. Она, кстати, дороговато так-то стоит, 600 с чем-то рублей. Мне кажется, это очень дорого для вот этой вот пластмассочки. В общем, я ее выкидываю, я даже не знаю, надо или ее там выставлять где-то на Авито и продавать. Не хочу этой херней заниматься, так что выкидываю. Время 23:30. Деньку уложила спать. На самом деле, я сегодня реально герой, и для меня уборка в доме не генеральная даже уборка, потому что генералить в моей квартире — это вообще победа просто из побед. И мне кажется, вообще генералить дня не хватит здесь. Не, ну если с утра до вечера чисто задаться целью вот генералить, то может быть и хватит. Ну короче, я сегодня целый день, вот первую половину я снимала видео, разбиралась там с почтой, со всеми делами, короче, письма разбирала, то все. Во второй половине я вдруг решила начать убирать.
просто. И это затянулось до позднего поздна. Вот реально, вот я малого пошла укладывать 10:30. Я разобрала наконец-таки спальню. Ну, не ту вторую спальню, а свою спальню, потому что когда я шкаф отдавала, я из шкафа все вытащила на пол. И реально у меня, короче, целая гора там была. И я сейчас все разложила, посмотрела, где что, что-то на отдачу, что-то вот куда надо, места нашла, короче, всему. Я рада. И потом я, короче, попылесосила всю квартиру и помыла полы во всей квартире. Я не стала, просто я уже беру камеру тогда, когда я уже просто без сил сижу. Вот, но... А, еще я сегодня стирку запустила 5 раз. Красные вещи, черные вещи, белые вещи, цветные вещи, короче, все подряд. Вот. Новой шваброй помыла. Вот прям с новой шваброй одно удовольствие мыть. Короче, сейчас у меня в квартире все чистенько, пахнет, все отлично. Осталось посуду в посудомойку закинуть, и будет мне счастье. Вот. Сегодня никуда не пошли, как видите, дома сидим, да. Про стрижку я вам уже сказала, да. Мне, кстати, написали в директ только что, девочка говорит: «Селена, мне так нравится твоя стрижка, она так дорого смотрится». Я ей пишу, да, а мне кажется, она меня старит. Ну, не то чтобы старит прям, ну старит, но придает возраста какой-то прям... тети, что ли, или не тети, а вот куда-то в 90-е возвращает меня. Хотя, может, сейчас это и модно, сейчас же модно одежду из 90-х, может, и прическа из 90-х. А еще мне кто-то сказал, помаду накрасила, как бабулька. О, прическа как бабулька, помаду как бабулька. Сейчас стрелки зафигачу, ресницы вот такие сделаю. О, мне же от уши надо отзыв написать. Уже вечер. Все, сейчас пойду отзыв сниму для туши. Я, кстати, как видите, дома находила 4799 шагов. Я вам честно так скажу, что я, бывает, даже на улицу выхожу и не нахаживаю 4700 с чем-то шагов. Ну, короче, будет больше 5 за сутки. Вот так вот я дома бегала тут, скакала, 5000 шагов по дому находила. С утра у нас доставочка еды. Всем доброе утро. 8:30 мне позвонили там что-то переспросить. И вот сейчас сколько время? 10? 10 или сколько? Нет, уже 11:15. Доброе утро у меня. Сейчас смотрю уже. Вот, например, не было на сайте моего молока маленького, ну, большого. Пришлось маленькое заказать. Потом не посмотрела, блин, я граммы рикотта. Посмотрите, какая здоровая. Ну, благо, что она у нас лайт, да, и надо будет ее съесть просто быстрее. Вот, так, творожок. Это сейчас я хочу сделать запеканку. Смотрите, конфетка. Специально прицепили конфетку мне на доставке. Так, ладно, молочко у нас есть теперь. Пусть и маленькая, но зато 3 штуки. Масло есть, творог есть. Так, это я Деньке взяла. Ягодки. Смотрите, синеньких. Думала, 1 штука. Мне казалось, там поштучно было. А там, видимо, килограмм. Ну, я не знаю. Синеньких кабачков тоже море. Я заказала 2, мне кажется. Еще яйца, изюм, макароны взяла. Изюм, это как раз... Да. Денечка, давай я помою, сейчас будешь кушать. Так, и картошки, смотрите, сколько картошки. Вот это вот класс, хорошая картошка, кстати. И вот столько я вообще никогда не беру, не тащу. Мама всегда жалуется, возьми картошки. Мне, блин, ее реально вот, тащить вот картошку всегда в лом. Но очень удобно, все вместе вышло. Я один пакет разобрала уже на 1800 рублей. В принципе, меня устраивает. Вот такие тяжелые продукты, как синенькие кабачки, там дыньку, арбуз взять, картошку, молока много набрать. Только я не понимаю, почему не было большого. Ну ладно, разберемся с этим моментом. Вот. Это всегда круто. Так что сейчас разберу, пойду готовить.
Так, ну что, я уже столько дел поделала, время уже 4 часа, и нам скоро выходить, у нас 18 занятий, значит, у меня где-то часик есть, чтобы приготовить запеканку. И сейчас я ее буду с вами готовить. Готовить буду в мультиварке, она там очень вкусная получается. Итак, самый простой рецепт, единственное, что здесь, ну вот в мультиварке, да, тут, ну, своя рецептура, здесь написано 3 четвертых стакана, ну то есть нормально так, сахара надо вбухать сюда. Я сахар не использую, сахарозаменитель, и его, соответственно, нужно намного меньше, поэтому вот сейчас буду так впервые готовить, потому что сахар, он же тоже массу дает, какую-то консистенцию, надеюсь, не испорчу. Короче, 2 яйца, 2 пачки творога сделаю, ну здесь 300 грамм написано, у меня 350 получается, здесь еще, кстати, 1,5%, ну можно любой процент, я взяла 5, поэтому буду делать 5. И 100 грамм, половину, то есть от этого изюма, вот изюм лентовский. Сейчас я его промою, все это взобью, смешаю и просто в мультиварку на 30 минут в режиме выпечка. Все просто. А, еще манная крупа, 2 столовые ложки. Кстати, мерного стакана оказывается 3 четвертых, а в мерном стакане там, по-моему, всего 100 или с чем-то. Короче, я бросила... Где-то, ну, получается, 1,5 чайные ложки вот этого сахарозаменителя. Надеюсь, я не пересахарила. Так, сейчас все вмешиваю. Уже помыла изюм. Знаете, что я еще решила добавить? Асаи, вот такой порошок. Ну, он как раз-таки, ну, он полезненький очень, там всякие витаминчики. Ну, немножко можно добавить. Он полезный. Так, это природный источник витаминов и омега-3. Во. Немножко добавлю, может быть, даже больше можно, но так как я Деньке буду давать тоже, поэтому чуть-чуть совсем. Просто чтобы знать, что тут у нас полезность есть. 2 столовые ложки манки. Так, закинула 2 вот таких вот они, ну, массы однородные. Сейчас все это, два куска закинула. Мне неудобно, короче, снимать и мешать левой рукой. Просто показываю, как это выглядит. Так, сейчас поставила 40 минут выпечку. Пока что не заливаю. Сейчас чуть-чуть нагреется. У нас здесь есть маслица, кусочек 10 грамм надо. Мы смазаем все это дело и выложим нашу вкуснятину сюда. И сверху засыпем изюмчиком. Так, вот я массу всю высыпала. Сейчас ее распределяю. Вот так вот. Ровненько. Вообще, я люблю изюм, честно говоря, темный. Но решила со светлым попробовать в этот раз. Люблю, когда изюма много. Вообще, у меня до этого масса получалась более жидкая. Тут, потому что, видите, на 50 грамм, на 40 грамм больше. Правлю. Сверху почему? Потому что изюм пригорать может внизу. Поэтому сверху его лучше сыпать. Я раньше вмешивала сразу изюм, но он у меня внизу, который был, изюмчик пригорал. Ну все, закрываем крышечкой, ждем 30 минут, потом охладиться. Кстати, я планирую сделать рубрику «Готовим с Селеной Свейс». Сюда могу вам вставить интро, которое даже уже приготовила я для этой рубрики. И планирую, чтобы вы присылали свои самые любимые рецепты и самые простые. Ну да, сложные, потому что не хочется заморачиваться. Вот именно фишка в том, что рецепты должны быть простые и вкусные, вот, и ваши любимые. И я буду как бы озвучивать, от кого пришел рецептик, и буду его готовить, может быть, с мамой, подруг приглашать вместе, да. Может, мы чем-то будем дополнять, может, не будем дополнять. В общем, посмотрите, как у нас, в общем, получится. Ну, конечно, лучше, наверное, соблюдать все правила, да, чтобы попробовать прям и посмотреть, как приготовиться, как вкусно. Вкусно, да, сделать свой отзыв, как бы такой привет в виде рецепта какого-то. Вот. Ну, посмотрите интро. В общем, вот такое планирую. Не знаю, на какой канал, на главный или на второй. Я еще подумаю, куда лучше это сделать. Вот. И для тех, кто думает, что я не умею готовить, я сразу говорю, что я вообще априори считаю, что любая женщина умеет готовить. Главное, чтобы она хотела это делать. А это готовить для женщины, да даже и для мужчины вообще готовить, это...
для любого человека. Это все равно, что, я не знаю, там, помыть голову, убрать в квартире, я не знаю, что там готовить. Ну, просто по инструкции что-то сделать. И мебель мы собрать можем, понимаете? Просто вопрос того желания. Все могут. Поэтому, когда говорят, что женщина не умеет готовить, и мне пишут, что я там не умею готовить, что я только там это делаю и это делаю, мне это, честно говоря, удивительно. Ну, посмотрите заодно в рубрике, как я умею готовить или не умею. Денька пока ждет запеканку. Ест свои любимые ягодки. Есть некоторые кислые попадаются. Я ему говорю, бери большие, на. Они сладкие. А мама маленькие съест кислые. Кстати, изюм такой стоит 200 рублей. Сейчас заглядываю, смотрю, у меня тут изюм есть. Причем хороший, который я люблю. Кстати, завтра приезжает мама. Я отправляюсь на мероприятие. Мама приезжает завтра, а я как раз убрала всю квартиру к ее приходу. Мама, привет, я все убрала. И ее будет ждать запеканочка, и еще у меня много кабачков и синеньких, надо что-то придумать. Вообще хорошо бы что-то с фаршем, вот я люблю там фарш, кабачки синенькие, картошка, такое, знаете, овощное рагу. А можно, в принципе, кусочки нарезать, чего там у меня есть из мяса, надо посмотреть. Короче, что-то подумаю. А можно просто поджарить кабачки тоже с чесночком. И помидорчики есть. Короче, сейчас покушаем запеканку, сходим на развивашки и вечером буду думать, чтобы приготовить. Так, ну что, вот наша запеканочка поднялась, красавица. 34 минуты она, кстати, была. Ладненько, все. Сейчас она должна остыть, потом вытаскиваем. Ой, девочки, вот такая красота. Нереальная вкуснота. Тут кусочек отвалился, я попробовала. Просто вообще кайф. Разделила на 4 куска. У меня такое ощущение, что, честно, эта запеканка не доживет до мамы. Поэтому я сегодня куплю еще творог, чтобы ей приготовить отдельно. Мне кажется, мы ее слопаем. Я, конечно, понимаю, что горячая запеканка это не то. Но она настолько аппетитная, что я не могу ждать, я просто обжигаю себе рот. Напишите, кто так же делает, а? Денька наяривает мою запеканку, уже второй кусок. Правда, я ему вытащила изюм и убрала вот эту корочку, которая сзади. Вот. И он вот чисто вот это вот творог с манкой, с яйцом ест с удовольствием. Да буду готовить, я хоть каждый день ешь только. Так, ну что, вот мой вид на сегодня, я не успеваю накраситься, поэтому, короче, вот я одеваю просто быстро, а что я достала, это свои старые кроссовки, и только я смотрю, их надо постирать, но у меня нет времени их сейчас стирать, а надо уже бежать, я как всегда опаздываю, короче, сегодня я выгляжу так, одеваем Деньку и вперед. Говорят, не верь словам, и не строй наивных планов, разбавляй любой коктейль льдом. Ты снимаешь целлофан, как фату с его тюльпана, и врывается апрель в дом. Кто он? Может, это просто любой? Может, это просто любовь? Любовь, данная свыше. Кто он? Или это просто обман, или это новый роман, роман, как все бывшие. Не успела заснять, когда Денька вышел. Смотрите, сегодня какую красивую картину сделали. Они травку лепили, капали дождик, вот здесь пипеточка. И, кстати, Оксана, вот кто занимается, она сказала, что ему очень понравилось работать пипеткой. Там такая пипеточка была, и вот цветную жидкость. А, еще ему очень нравилось жидким клеем ПВА намазывать все. То есть, вот кто-то говорит, ну, не намазывает, не кайф там дотрагивается даже, а он вот мажет там, вот еще мажет, и сверху капает. Вот нравится ему капать вот это. Сейчас идем в магазин. В ленте заказывала, когда это продукты на дом. У них не было бананов, например. Еще каких-то не было. Сейчас, короче, зайду, что-нибудь возьму, вкусняшки какие-нибудь.